Сергея Шнурова перепели военные. Он сам выложил это видео в инстаграме композиции в новом исполнении. Итак, в Питере, оказывается, петь. Культурный ответ на скандальный клип Шнура подготовил хор русской армии. В коллективе сейчас нет действующих военных, поэтому и форма старого образца. Но многие солисты в прошлом действительно служили. Кстати, как вам Ленинград в исполнении духового оркестра? Не слышали? Тогда вот Magic People в новом прочтении.